Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня воскресенье, утро, а это значит, что мы подводим итоги нашего конкурса. В этот раз мы разыгрывали с вами монокуляр и два утешительных приза. То есть первое место монокуляр, второе место 100 рублей и третье место 50 рублей. Вот это видео. Сейчас мы перейдем, посмотрим поподробней. Вот он, этот замечательный монокуляр. Сейчас мы давайте выясним, кто же стал обладателем этого замечательного приза. И посмотрим, кто у нас занял второе и третье место. Что же, давайте с вами перейдем в Google форму. Получилось у нас 86 ответов. Давайте сделаем табличку, чтобы было нам проще уже. Создать. Вот наша табличка. В этот раз я не заполнял форму, так что начнем мы с вами со второго номера и по 87 номер. Перейдем сейчас на сайте Карандом и будем выяснять, кто же у нас выиграл. Перешли мы на сайт и давайте введем со второго и по 87 номер. Со второго по 87 номер введем и посмотрим, кто же у нас победил. Нажимаем кнопку «Генерировать» три раза. Номер 38. И победителем у нас сегодня становится Морозов Владимир Александрович. Давайте посмотрим на него ВКонтакте. Вот он ВКонтакте, добавляем его в друзья, смотрим репостик, да, репостик есть, все, отлично, поищем его давайте в группе, есть, все. Два условия выполнил, теперь давайте посмотрим третье условие. Это канал YouTube, подписка. Подписан ли он на канал, на мой? Ищем. Знакомые каналы есть, вижу знакомые каналы, свой пока не вижу. Канал Рокси есть, с которым мы делали конкурс совместный. Я пока не вижу, сейчас найдем. А, вот, да, Китай стал ближе, все, нашел, есть подписочка, значит, вот он, Владимир Морозов, победитель, который получит монокуляр, с ним я обязательно свяжусь чуть позже. А теперь давайте определим второго победителя нашего конкурса, который получит 100 рублей на счет телефона или Яндекс.Деньги, или WebMoney, или Kiwi, да, без разницы, куда скажет, туда и положим. Нажимаем три раза кнопочку. Номер 11. Смотрим, кто у нас под номером 11. И под номером 11 Соколов Николай Львович. Вот он у нас, Николай Соколов. Конкурс есть. Все есть, все отлично. Также позже свяжемся с ним. Давайте посмотрим, правда, еще подписочку, чтобы все было по-честному, чтобы никто ничего не сказал мне, что я мухлюю. Посмотрим подписку. Да, есть подписочка, все замечательно. Он получит 100 рублей на счет мобильного телефона. И теперь давайте узнаем, кто же у нас третий победитель, который получит 50 рублей на счет. И это будет номер 27. Посмотрим, кто у нас является номером 27. Максим Медведев. Ищем ВКонтакте его. Вот он, Максим Медведев получает 50 рублей на счет
чего-нибудь, какого-нибудь устройства. Есть. Есть конкурс. Теперь давайте поищем его в группе ВКонтакте. В группе ВКонтакте он у меня есть. И теперь осталось проверить подписочку. Подписан ли он на мой канал? Ну, я думаю, что подписан. Все у меня участники тут честные попались. Ну, по крайней мере, все конкурсы попадались честные. Да, есть, нашел. Все, нашел. Вот три наших победителя. Три наших победителя, которые получат свои призы. А всем остальным желаю удачи. Следующий конкурс будет следующее воскресенье. И еще, дорогие друзья, посоветуйте, что можно сделать призом. Не знаю, уже всю голову сломал, все плеера, наушники, все это банально. Посоветуйте, пишите в описании, что можно сделать призом. И мы с вами вместе подумаем, что можно сделать призом. И тогда уже в следующее воскресенье разыграем этот приз. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кому понравилось. Всем пока, до новых встреч, друзья. Ждите новых видео, оставайтесь на канале. Следующее видео в понедельник. В понедельник будет интереснейшее видео. Смотрите, не пропустите. Всем пока.